Это программа «День с толком», в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Бывший министр транспорта Алтайского края задержан, в чем подозревают Александра Дементьева. Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае опять начала расти. В правительстве региона срочно ищут способы вакцинации населения. Не меньше 108 рублей за пачку сигарет. Почему табачная продукция совсем скоро станет многим не по карману? В Алтайском крае пошла вверх заболеваемость коронавирусом. С конца прошлой недели специалисты Роспотребнадзора начали фиксировать рост числа больных. В лидерах – Барнаул. Болеют в основном люди от 18 до 49 лет. При этом вакцинация населения идет слабыми темпами, и это никто не скрывает. Чем чревато нежелание людей прививаться и как все-таки добиться коллективного иммунитета, обсуждали накануне в правительстве региона. У эпидемиологов вновь появился повод для волнения. Больных COVID-19 стало больше. Медики говорят, и скорые стали выезжать чаще. Особенно это касается краевой столицы. Рост удельного веса заболевших по сравнению с предыдущей неделей отмечается среди работников здравоохранения на 10%. Работников банков и офисов 2%. Работников торговли продовольственными товарами на 2%. При этом на бесплатную вакцинацию люди не торопятся. Все, кто желал, говорили сегодня на совещании, прививку поставили, остальные по разным причинам медлят. И в итоге вместо того, чтобы вакцинировать в день по 14-15 тысяч человек, в регионе прививают 2,5, хотя вакцины трех видов достаточно. Если прививки люди будут ставить теми же темпами коллективного иммунитета, по словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, мы добьемся лишь к осени следующего года. Еще раз про окно возможностей. Если не будет, то что за этим? Если мы не получаем 60% как минимальный на самом деле порог, к этому необходимо добавить количество переболевшего населения в регионе, то мы получаем и можем получить третью волну, четвертую волну. То есть пока не сформируется заболеваемости, пока популяционный иммунитет не сформируется за счет заболеваемости. Просто говорить людям о необходимости вакцинации уже не получится, считают врачи. Необходимы другие меры воздействия. Губернатор предложил подумать о предоставлении отпуска на день вакцинации или дополнительном дне к отпуску хотя бы муниципальным служащим. Помимо большой разъяснительной работы, помощи в организационном плане, например, выезд специализированных бригад на предприятия, где большие коллективы, чтобы там на месте ставить. Или наоборот, доставка с предприятий в пункты, где осуществляется вакцинация. Но стимулирование должно быть. Какие-то, может быть, дополнительные, вплоть до того, что дополнительные материальные поощрения. Лотереи какие-то. Другие, вот похожие подходы нам, понимаете, я возвращаюсь к разговору, эта задача очень непростая. Напомним, к 1 июля, по крайней мере, так говорили в начале весны, в крае планировали привить 60% населения для создания коллективного иммунитета. Теперь непростая задача сдвинулась на новую дату, 24 сентября. Получится ли? Пока вопрос. Но в чем точно уверены, осень прошлого года не должна повториться. Татьяна Голубева, Алексей Фризин, «День с толком». Бывший министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев задержан по подозрению в получении взятки. Речь идет о сумме в 5 миллионов рублей. По данным следователей, деньги он получил от директора одной из компаний, которая занимается нанесением дорожной разметки. Дементьев успел уйти в отставку. Это произошло 2 недели назад, тогда это объясняли переездом. И действительно, силовики вернули его в Барнаул из Москвы. По данным Банфакса, он якобы уже признал свою вину, и в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следователи сообщают, что взятка должна была помочь некой коммерческой организации стать субподрядчиком работ по содержанию краевых и муниципальных дорог, а еще деньги обеспечивали бы приемку этих работ. Полсотни строителей старого коммунального моста через Обь вот уже несколько месяцев не получают зарплату. Об этом нам рассказали сами рабочие. Большинство из них, правда, на камеру говорить отказались, побоялись последствий. Но нашлись смельчаки, которые заявили открыто. Их работодатель не просто задерживает зарплату, а проворачивает целые махинации. Подробнее об этом в сюжете Анары Шагировой.
Реконструкция старого моста через реку Обь началась в ноябре 2019-го. Подрядчиком было определено Барнаульское ДСУ-4. А эта компания уже в свою очередь привлекла субподрядчика – новосибирскую компанию «Союздорстрой». Именно ее рабочие обратились к нам в редакцию, чтобы добиться справедливости и вернуть деньги, буквально нажитые своим трудом. У меня семья, мне надо кормить их, и я единственный добытчик, и сижу 2 месяца уже без зарплаты. Мне приходится искать случайную работу в связи с тем, что они не платят. Как-то крутиться и по выходным работать, и в ночь, и в день. Алексей пришел работать в «Союздорстрой» в апреле этого года по совету друга. Мол, вакансия бетонщика, деньги приличные, больше 2500 в день по договору. Что при хорошем раскладе 50 тысяч ежемесячно. Каждый день рабочие должны были получать по 200 рублей на обед. Но и эти деньги им не выдавали. Работать бесплатно Алексей больше не захотел и уволился. Прислали бумагу о том, что у меня зарплата начислена 15 тысяч, ну и даже их не перевели. Что вообще не соответствует ни обещанному в договоре, ни по трудовому кодексу тоже не попадает. То есть даже считать без премии, без всего, что они там понаписали, никак не выходит. Рабочие, пострадавших около 50 человек, пытались добиться справедливости, но в дирекции на телефон не отвечают, представители на объект не выезжают. В итоге некоторые обманутые подали заявление в трудовую инспекцию, написали на сайт правительства Алтайского края. Дело на рассмотрении. Мы тоже пытались дозвониться до новосибирской компании, безуспешно. Но выяснили, что от нее пострадал и основной подрядчик. Руководитель ДСУ-4 рассказал нам, нерадивый исполнитель средства, предоставленные авансом, не оправдал, сроки затянул, а работу не выполнил. Наемные работники же «Союздорстроя» уже от отчаяния решили через СМИ обратить внимание на свою проблему. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. А между тем на 15% вырастут зарплаты муниципальных служащих края, а также у руководства городской думы и главы Барнаула. Такое решение было принято сегодня на очередном заседании Гордумы. В проекте решения прописано, что предельное денежное вознаграждение главе города и председателю представительного органа власти поднимется с 52 тысяч рублей до 57. Стоит отметить, что повышенное жалование ждет только тех депутатов, которые работают на постоянной основе. В среднем у каждого из муниципальных служащих оклад вырастет на 4 тысячи. Я хотела бы обратить внимание, что это не решение Барнаульской городской думы самостоятельно выйти на данные. Это постановление губернатора. Оно было принято в мае. Постановление о повышении заработной платы муниципальным служащим на 15%. Это касается не только города Барнаула, а муниципальных служащих. И к другой теме. С недавних пор в магазинах Барнаула появились вот такие объявления. С 1 июля продажа сигарет, которые стоят ниже 108 рублей, будет запрещена на основании федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Новое правило будет действовать пока в качестве эксперимента до 31 декабря этого года. И вообще не исключено, что далее его продлят, ведь Россия по-прежнему остается одной из самых курящих стран в мире. Среди жителей России 34 миллиона – курильщики. Что важнее, здоровье самое основное, да, или вот так называемое удовольствие от потребления табака. Поэтому необходимо заниматься вот именно профилактикой. Одна из мер по снижению потребления табака – это является увеличение стоимости. Смысл простой. Чем дороже стоят сигареты, тем меньше их покупают. Еще одна цель – борьба с нелегалами. По словам экспертов, в среднем пачка сигарет в этом году подорожает со 120 до 140 рублей. Это связано еще и с ростом акцизов. Поэтому автоматически сигареты дешевле 108 рублей можно будет считать нелегальной табачной продукцией. По мнению депутатов, некоторые меры уже повлияли на снижение числа курящих в России. Например, закрытые витрины с сигаретами, запрет курения в определенных местах. Да и даже то, что во время этого материала вы не увидели демонстрацию курения. Сигаретный дым, потому что мы не можем это показывать. И хотя, по мнению экспертов, цена за одну упаковку сигарет в России остается одной из самых низких в мире, все же постепенный рост цены может отбить желание подымить. Около 200 машинистов крупногабаритной техники из разных регионов Сибири соревновались сегодня за звание лучшего. Конкурс профмастерства среди дорожников проходит в Алтайском крае уже в 19 раз. Чем его организаторы удивили сегодня, расскажем далее.
черпает ковшом каски и сбрасывает в бочку. На все про все 5 минут. За баранкой экскаватора машинист Александр Козликин. Мужчина уже 4 года строит дороги в Алтайском крае. Сегодня выходной, чтобы принять участие в конкурсе профмастерства. Экскаваторщик уже участвовал в подобных соревнованиях, но тогда во второй тур не прошел. Сегодня техника покорилась. Все 6 касок вовремя оказались в лунке. Что помогло, как вы думаете? Волнение, наверное. Сейчас ноги трясутся. Я горжусь, что я экскаваторщик. Для себя много нового узнаю. И как вот что-то красиво сделаешь, прям даже самому приятно. Механизаторы, погрузчики, грейдеристы, геодезисты, водители самосвалов. В конкурсе принимают участие работники разных профессий, но одной дорожно-строительной сферы. География обширна. Помимо Алтайского края соревнуются специалисты из Новосибирска, Омска и Томска. Конкурс проходит уже в 19-й раз. Его цель – повысить престиж профессии, дабы кадровый дефицит сошел на нет. Все равно коллектив стареет, рано или поздно старшее поколение уходит на пенсию. А молодые должны пополнять. Дефицит есть незначительный, но он имеется. И поэтому, чтобы его не допустить, потому что нам нельзя сорвать программы, которые сегодня перед нами задачи, которые ставит правительство края. У нас достойная зарплата, хорошие рабочие места, сегодня комфортная техника. Победители сегодняшних состязаний, помимо признания грамот, получат и денежное вознаграждение. Но это не самое главное, говорят организаторы. Куда важнее общение и обмен опытом между конкурсантами. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Сегодня все школьники страны, в том числе Алтайского края, написали ЕГЭ по физике и истории. В Барнауле эти предметы выбрали более 1500 выпускников. Напомним, что в этом году единый государственный экзамен сдают только те ученики, которые собираются поступать в вузы. Еще одно нововведение. При оценке неудовлетворительно пересдать экзамен можно будет только в следующем году. Пересдать ЕГЭ в этом году нельзя, потому что он является вступительным экзаменом в высшее учебное заведение, а, как правило, высшее учебное заведение у нас сдают только один раз. Поэтому в этом году у нас те, кто сдает ЕГЭ, сдают один обязательный экзамен – это русский язык. Всего в этом году ЕГЭ в крае сдает более 13 тысяч учащихся. Это не только выпускники школ, но и студенты профессиональных училищ и колледжей. Тема благоустройства зеленых зон в Барнауле продолжает оставаться в топе самых резонансных в крае. Жители с особым вниманием и трепетом относятся ко всем инициативам в отношении парков и скверов. В последнее время люди недоумевают, почему одни зеленые зоны преображают, а про другие забывают. Тут будет построена по самому центральному входу входная группа, красивая, с освещением. Исторический центр Новоалтайска меняет облик. Большая площадь у центра культуры буквально перепахана. Не летают голуби, не ходят люди, здесь орудует техника. В Новоалтайске, как и в других территориях края, действует программа комфортной городской среды. Эта площадь – ключевой объект, самый масштабный и весомый. Его бюджет – 32 миллиона рублей. Сначала город разделил эту весомую сумму на 2 этапа, но позже стало известно о краевом допфинансировании в 16 миллионов, чтобы закончить объект в этом году. Тут будет сделана велосипедная дорожка, зоны для детей разных возрастов. Будут качели, карусели, скамейки, модернизируется полностью освещение. Вся площадь будет выложена плиткой. Асфальт, который был в 70-х годах тут уложен, мы полностью убрали. Фонтан сохранят и оснастят светомузыкой, газон заменят. Комплексное преобразование. При этом в том же Барнауле жители потока ждут элементарной поддержки чистоты сквера химиков. На этой неделе в городском паблике появился пост о его состоянии. Люди жаловались на высокую траву и кучу мусора. Писали в понедельник, а спустя несколько дней здесь оказались рабочие. Мы не могли не спросить о таком совпадении. Так необычно совпало, что только, наверное, читали, да, жители возмущались, что здесь очень высокая трава, и как раз мы подработкой занимаемся здесь. Здесь выкашено-то давно уже. Это где техника не подходит, здесь вручную его обрабатывают, и все. Здесь все по плану идет. Да тут вообще, ну как сказать, тут просто пространство, и все, как оно сформировалось, и не знаю, сколько лет. Ну, судя по деревьям, ну, наверное, лет 30 минимум. Мужчина в прошлом – ландшафтный архитектор. Состоянием сквера недоволен. Говорит, даже при минимальных затратах здесь можно навести красоту. Газон, декоративные кустарники, малые архитектурные формы, ограждение, вот как здание здесь. Вот я говорю, я узнал, надо уточнить. Если это действительно похоронбюро, то его надо отбить декоративным красивым забором. Есть и еще один немаловажный нюанс.
Высокую траву просили скосить. Скосили, а вот мусор под ней остался на месте. Замечаем. Например, от чупа-чупсов везде палки валяются, вот даже под ногами. Добавим, что на этой неделе ученые классического вуза, которые участвуют в создании концепции «Барнаул. Зеленый город», осмотрели проспект Ленина. Их задача – составить список рабочих рекомендаций о том, что и где высаживать на территории краевой столицы, не обделяя при этом вниманием аллеи и скверы. Надеемся, в этом списке окажется и сквер химиков. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, «День с толком». Ралли «Шелковый путь» 2021 пройдет на территории Алтайского края. Маршрут стартует в России, конкретно в Омске, завершается в Монголии. В нашем регионе «Шелковый путь» затронет Первомайский район. Где можно будет посмотреть гонку и какие награды ждут победителей? Коммерческий момент, конечно же, он вступает в силу на тех или иных гонках. Когда-то, ну, я на примере нашего субъекта расскажу, когда-то у нас дарят медаль, диплом и кубок, когда-то дарят машину. Все зависит от гонки от самой, от ее статуса, от спонсоров, которые будут и так далее. Но, зная по себе, я спортсмен, участник, вот эта высота на тумбочке на 10 сантиметров выше, она главнее, нежели приз, который тебе подарят. За эти 10 сантиметров борьбу будут вести представители 45 стран. Это больше 1000 участников. 1 июля в Омске будет объявлен старт международного ралли «Шелковый путь». Гонка соединит Россию и Монголию. Трасса ралли состоит из 10 этапов. Маршрут поведет участников из Омска через леса Сибири, Алтайские горы в Монголию, пересекая ее с запада на восток, вводя караван ралли в пустыню Гоби. И больше всего в такой дороге страдают, конечно, машины. Как выглядят автомобили после гонки? Это тоже отдельный цинус посмотреть, поскольку на кочках, на которых мы привыкли ездить 15-20 и думать, вообще проедем там или нет, то здесь ребят на КамАЗах поедут 90-100. Автокараван сильнейших гонщиков планеты пройдет неподалеку от Барнаула, точнее у села Расказиха Первомайского района. По графику это случится 3 июля с 10 утра до часу дня. Это будет частью этапа Новосибирск-Горно-Алтайск. Стоит отметить, что алтайский этап самый дешевый. Он организаторам обойдется примерно в 80 миллионов рублей. Самый дешевый этап, потому что мы не организовываем ночевку, мы не организовываем старт. Я имею в виду старт такой, как официально, торжественный. Как в Омске. Как в Омске, да. То есть нам повезло. У нас нет никакого ни старта, ни финиша. Нам повезло, что мы участвуем. Церемония финиша международного турнира «Шелковый путь» 2021 года состоится 11 июля в Улан-Баторе. На протяжении 10 дней спортсменам-экипажам предстоит преодолеть 7 природных зон. Российская команда «КамАЗ-Мастер» выставит на гонку 7 экипажей. И будем верить, что золотые медали будут наши. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле прошел финал масштабного турнира по боулингу. В нем приняли участие более 100 человек со всего края. До решающего этапа дошла тридцатка сильнейших, кому же досталось звание короля галактики. В финале турнира спортсмены из 5 городов края – Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Рубцовска и Алейска. Соревнования прошли на паркете боулинг-центра «Галактика». Была идея собрать не только игроков, которые живут в Барнауле, а игроков со всего Алтайского края. К сожалению, боулинг является недешевым видом спорта, что является преградой для многих участников, для многих любителей боулинга. Мы, так скажем, эту преграду сломали, турнир сделали бесплатным. Принять участие мог любой желающий. Нужна была только заявка. До финала дошли сильнейшие игроки, и каждый из них был убежден, победа должна достаться именно ему. Так, например, Никита Шутилин, участник чемпионата России, признается, он не мог упустить еще одну возможность выбить победоносный страйк. Это очень интересная игра, недооцененная. В ней переплетается техника, физика, психология. И те, кто просто на днях рождения играет в боулинг, я бы рекомендовал рассмотреть это как вид спорта. Это очень интересно. В тройке победителей спортсмены из Барнаула и Рубцовска. Обладатель золота получил главный приз соревнований – сертификат на 15 тысяч рублей. Следующий турнир состоится через год. Организаторы надеются, что им получится проводить престижное состязание регулярно.
Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Цирк для всех. Накануне ребятишки из детского дома получили возможность побывать на представлении цирка «Шапито», который приехал в Барнаул из Сочи. Далее подробнее. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопке в социальных сетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды, спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире и хороших вам выходных.